Ярмарки вакансий прошли в Бобруйске и в Могилеве. Ситуация на рынке труда непростая, а такая форма поиска друг друга, нанимателя, работника считается одной из самых эффективных. Сначала у бобруйчан появилась возможность встретиться с потенциальными нанимателями, потом эту эстафету подхватил Могилев. В областном центре свои вакансии предлагали организации торговли и общественного питания. И такое внимание понятно. Из общего количества заявок на работу в городе пятая часть относится именно к этой отрасли. С теми, кто ищет и предлагает работу, пообщалась Олеся Рыбалко. Раз, два, три, четыре. Ну вот, пять человек у нас пока записалось на квас. Этому предприятию на сезон требуется 15 продавцов кваса. Желающих работать записали. Ближе к началу продаж потенциальным работникам обещают перезвонить. Ждать звонка будет и эта могилевчанка. Опыт работы есть, а теперь еще и несколько оставленных анкет соискателя. Ну, может, этот не позвонит, другие позвонят. Ну, как-то надо подстраховаться, раз уже пришли сюда, есть возможность. За соседним столиком собралась студенческая аудитория. Будущие инженеры-экономисты общепита подыскивают место практики, а заодно и первое рабочее место. Молодежь сразу метит в начальники. Желательно от администратора, ну, конечно, по специальности, если работать там. С экономикой, может, это связано. Официантом можно найти что-то выше. Без опыта работы даже не рассматривают. Это большая проблема. Поэтому приходится, если планируешь оставаться в этой отрасли, то приходится начинать с низов. На отраслевой ярмарке могилевчанам предложили сразу около 200 вакансий. Предложения как от государственных, так и от частных организаций и предприятий. Сегодня мы показываем, что наниматели готовы работать с соискателями вакансий. И то, что мы сегодня видим здесь порядка 20 нанимателей, говорит о том, что сегодня вакансии предлагаются людям. Сегодня на рынке труда Могилева 1747 вакансий, из них рабочих профессий 1012. В качестве безработных зарегистрированы 2049 человек. С начала прошлого года число вакансий увеличилось почти вдвое, количество безработных сократилось примерно на 15%. Сегодня самые востребованные вакансии специалистов – врачи, инженеры, медсестры. Из рабочих профессий городу в первую очередь необходимы слесари, продавцы и швеи. Что ищете, что подыскали? Ну, обычная специальность рабочего. Переобучение есть. Предложили на парикмахера мне переобучиться. Подумайте. Тоже подумала, да. Кстати, возможностью переобучиться в первый час работы заинтересовались сразу несколько десятков человек. По мнению специалистов службы занятости, в этом вопросе ярмарка вакансий оказалась весьма эффективной. До нас доходят люди, которые сами не решаются по каким-то причинам прийти в службу занятости, не получают достаточное количество информации. И судя по тем вопросам, которые сегодня мне задавали, то я понимаю, что людям это очень надо. Открытие своего дела при содействии службы занятости, переселение в другую местность, еще варианты, как найти работу. О таких возможностях днями рассказывали и в Бобруйске. Ярмарка вакансий здесь собрала около 1000 соискателей. Примерно 300 из них получили реальную надежду на трудоустройство. Мы всех зафиксируем, все ставят свое резюме, уже отдельно, кто сегодня не смог трудоустроиться или не найти свое место. Каждому человеку будем искать и найдем, я думаю, подходящее место работы. Поиск работы – дело непростое, и коли есть желание, использовать нужно все средства. Попробуем обратиться к интернету. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам по поводу работы. На какую вакансию? Упаковщик я нашла. Но для того, чтобы узнать более подробно, можно подъехать поговорить с руководителем. Сегодня удобно для вас будет? Да. Сегодня в час буду вас ожидать. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Среди найденных вариантов упаковщик оказался не единственным. Повар, кассир и даже бариста. Меня пригласили еще на 3 собеседования. И это результат получасового штудирования сайтов. Впереди разговор с нанимателем. Чем он закончится – вопрос. Но это первый шаг, и он тоже важен для тех, кто всерьез озабочен проблемой трудоустройства.